Так, еще забыл упомянуть о важном преимуществе. Данный планик оборудован системой так называемый родительский контроль. То есть такой брелочек дистанционно управляемый, брелок, который дистанционно управляет запуском и остановкой двигателя. То есть это для того, когда ваши дети учатся ездить, и вы их хотите контролировать, то где-то примерно в радиусе 150 метров вы можете завести квадрик и заглушить по необходимости. Включаем зажигание, и вот есть кнопочка, с которой мы заводим. Но это про дистанционный контроль. А вообще кнопка электростартер, вот она, пожалуйста. Необходимым условием, чтобы завести, нужно выжать тормоза и завод. Все, двигатель запущен. 250 кубов. Коробка передач какого плана? Включаем, выжимаем сцепление, включаем передачу. Вот это первая передача. Здесь на панели приборов есть лампочка нейтральная передача и лампочка задняя передача. То есть, когда погас у нас нейтраль, включилась передача. И все как на мотоцикле. Спускаем сцепление, добавляем газ и едем. Очень большое преимущество, то что квадроцикл оборудован задним ходом. Забыл я сказать. Пожалуйста. Опа. Наша компания Scooter NN много лет занимается продажей и обслуживанием мототехники. Осуществляем продажи мы по всей стране, ну и ближнее зарубежье. Приобрести данный квадроцикл и другую мототехнику можно в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. Обращайтесь. Наша компания занимается только продажей, но и обслуживанием гарантийной, постгарантийной. Даже все самые дальние продажи в другие регионы мы гарантийно обслуживаем. То есть, ну, это дистанционно. Решаем какие-то вопросы по телефону, поддержка запчастями. Все это входит в наше стандартное гарантийное обслуживание. Пожалуйста, будем рады видеть вас в числе наших покупателей. Обращайтесь за консультациями. Расскажем, покажем, своих не бросаем. Спасибо за внимание. Задавайте дополнительные вопросы. Подписывайтесь. Всего доброго.